Уважаемый Владимир Владимирович, обращается к вам сборная Челябинской области по кёрлингу инвалидов по слуху. После вашего указа провести проверку на мечелкоксе, уменьшить выбросы, у нас в Челябинске стало немного лучше. Мы не говорим и не слышим, но дышим вместе со всеми. Сейчас у нас в Челябинске самая страшная проблема, о которой пишут и говорят все. Это городская свалка. Она находится прямо в городе. Она горит. Ее обещают закрыть уже много лет. Но куда вывозить мусор, не знает никто. Владимир Владимирович, просим вас решить этот вопрос быстро, как вы умеете это делать.